Сотрудничество в фотографиях. Центральный государственный музей Казахстана и Генеральное консульство Китайской Народной Республики открыли в Алматы фотовыставку «Новый облик и достижения Великого шелкового пути». Здесь представлено более 70 работ, отражающих историю и нынешние успехи казахстанско-китайских отношений. Наряду с работами профессионалов, которые изобразили развитие Великого шелкового пути, организаторы отобрали и лучшие фотографии предпринимателей-любителей. Выставка, посвященная 25-летию дипломатических отношений, продлится до 10 апреля. Гостей здесь встречают чайной церемонией и концертом. Она также приурочена и к совместной реализации инициативы под названием «Одного пояса, одного пути», в том числе и инициативы совместного построения экономического пояса «Шелкового пути».